случилось? Вы телефонами торгуете? Да, недорого. Палец, пожалуйста. Товарищ водитель разрешил сфотографировать его документы. Я смотрю, просто все так с телефонами снимают в округе, и там люди, и тут. Импровизируем, понимаете. Наше средство видеозаписи село, импровизируем. А что случилось? Нет зарядки, вы можете? Товарищ водитель при перестрении не включил сигнал поворота. А, и вы догнали его оштрафовать? Причем они даже не знают, на какой улице я там. Он говорит, на Фонтанской дороге я не включил. А показали, да, ему? Не показали. При вынесении постановления он имеет право знакомиться с доказательствами, тогда мы ему покажем. А, ну есть, да? Конечно. А, ну так покажите ей состав. Сейчас будем смотреть материалы, пока мы напарник будет писать, я ему покажу. Ну дело в том, что они уже часто собирали материалы. Вы, там... смотрите, вы все время путаете, ребята. Вы все время путаете. Я вам хочу пояснить. Я ни в коем случае не заступаю за водителя, может, он и нарушил. Идея в чем заключается? Вы его должны, перед тем, как вы составляете админ-материалы, ознакомиться с ситуацией дела, да? То есть, что такое вынесение постановления? Бери пока материалы. Берите материалы. Что такое вынесение постановления? По сути, вы сейчас маленький судья на дороге. Вы слушаете, вы слушаете его сторону, вы слушаете ваши доказательства, это взвешиваете, и на основании этого вы выписываете постановление. То есть водителя надо с этим знакомить. А не так, что мы выпишем, а потом водителю мы покажем. Так мы не бывает. В процессе того, как мы будем оформлять, он имеет, когда мы выносим постановление, он имеет право знакомиться с законом. Правильно? Не только тогда, когда вы выносите постановление. Вы можете его остановить, сказать, вы нарушили, пожалуйста, будьте любезны, пройдите. Если вы не нарушали, пойдемте, мы вам покажем. Вот, мы зафиксировали, вы нарушили. И только после этого вы спрашиваете, что побудило вас водитель на это нарушение? Что стало причиной того, что вы повернули без поворота? Может быть, что-то вам помешало, либо еще что-то. Выясняете ситуацию, и лишь потом вы принимаете решение, и лишь потом выписываете постановление. А не так, как вы сейчас говорите, мы сейчас пойдем, напарник выпишет постановление, а потом мы покажем вам, что это за бред. То есть вы уточните его, действительно ли был этот факт, не было. Здравые люди, сейчас пик, останавливаются в карманах, блядь, когда дают аварийную ситуацию на дороге. Это 100%. Дай вам Бог. Ребят. Я вам скажу, Александр, другую вещь. Ребята подъехали ко мне, когда я был припаркован с включенными сигналами аварийной остановки на 5-й станции Фонтана. Это уже процедура длится уже более часа. Уже час? Я уже позвонил уже в горячую линию нацполиции. Мне горячая линия нацполиции сказала, что я могу ехать. Да? Угу. Что так, как я попал. Ребят, давайте просто, если вы не можете составить протокол, если сейчас вы не можете разрулить, давайте я вам помогу. Ну, и было совершено 3 звонка на линию 102. Угу. 2 из них, которые взяли трубку, зафиксировали мое обращение по поводу неправомерных действий сотрудников дорожной полиции. Сказали, к вам сейчас выйду. Mm-hmm. То есть час прошел, никто не выехал. Дальше уже трубку так, не подберет. Так, смотрите, реально пробка из-за такой истории. Линия полиции занята, да. То есть звоню на горячую линию полиции, они говорят, почему, объясняют то-то и то-то. Вы можете ехать. Господа полицейские включают проблесковый маячок. Mm-hmm. Вот этот, да, синий, да. Едут за мной. Что, здесь, честно? Едут за мной, начиная с 5-й станции до этой. То есть просто за мной едут. То есть, что я там нарушил? То есть какая-то аварийная ситуация там была создана. Угу. Чуть-чуть, да, сделано, да. Не наоборот, не комфортно. Чуть-чуть. То есть, давай еще чуть-чуть назад верните, я это видео просто хотел записать. Мне просто интересно, ради чего вот такой сыр получится. Если бы вы действительно нормально предъявили водительское удостоверение, сказали, извините, извините, виноват. Я уже с вами через час не могу разговаривать нормально, более как, ну, потому что мне просто смешно. Вы разговариваете с первой минуты. Мне смешно. Вы с первой минуты вообще не присутствовали при разговоре. Присутствовал ваш напарник. Почему-то потом ваш напарник решил, что вы более борзый, и вы будете общаться дальше. Я, заметьте, общался с вами. Помните раньше про старых ментов, да, про гаишников? Один хороший, один плохой. Я понял. Эту фигню я, знаешь еще, вот когда ты там еще... В школе, наверное, да? В первый класс ходил. Я уже ездил на автомобиле. Ладно, я все понял. У меня есть только один вопрос. Тут, ну, мне показали, действительно, если вы считаете, что это, ну, заслуживает наказания водителя, это ваше право, вы как полиция принимаете решение. У меня вопросов нет. У меня есть другой вопрос. Это ноу-хау от полиции, что вы фотографируете права и сидя в машине заполняете постановление? Права? Мы сфотографировали с разрешения. Я знаю, я понял, но я просто первый раз такое вижу, это процедура такая. Человек раз говорит, я вам не дам, вот, сфотографируйте и заполняйте. Не, ну если человек говорит, я запомнить не могу, потому что руки, я ему не обязан. Ну да, да. Ну что он прочитал, говорит, память у меня, говорит, заполнена, все гигабайты у меня полны. Так,
Я могу уехать, как вас еще раз, лейтенант, как? Под маской. Я... Можно, Геннадий. Я могу ехать, да? Мы обязаны заполнить постановление. Мне в нас полиции на горячей линии сказали, что я могу ехать. Вы меня будете еще преследовать? Подождите 5 минут. Я не буду подписывать никакие документы. Но вы обязаны вас ознакомить. Я могу ознакомиться с ними в суде. Если меня как бы эта ситуация... Но вы же только если вы будете обжаловать. Да, но вы же мне должны представить уведомление о том, хорошо, что я обязан... Тогда сообщите, пожалуйста, ваш адрес проживания, по которому вам придет копия постановления. Запишите. Да. А вы копию будете высылать, постановление? Копию высылается по адресу. Сейчас, секунду. То есть ваши действия я уже обжаловал в телефонном режиме, то есть я уже просто час уже... Напарник мой заполняет, сообщите, пожалуйста, адрес. Подождите, то есть если человек не забирает копию постановления, вы это отправляете по почте? Она высылается, да, по почте. Всегда? Это всегда так происходит? Так должно происходить. То есть, когда составляют постановление, а потом мне приходит еще копия по почте? Да. И вот с момента вы получения... Вы записываете адрес? Да. Да. Я никогда просто не слышал такое. С момента получения он должен ее платить. Не, это понятно. Товарищ лейтенант, я бы еще столько же денег просто бы заплатил, чтобы вот эту вот фигню вашему начальству прокрутили, блин, на большом-большом экране. Еще 10 раз. Это уже вашему начальству, не так. Ну, я думаю, до вашего начальства я доберусь. У меня, слава богу, столько знакомых в полиции, что я думаю, что вот эту смехатуру, а я думаю, что вы приусы будете мыть в конечном итоге, а не ездить на них и балдеть, и разговаривать по телефону, и ездить за пассажирами, то есть за водителями, ездить с пятой станции до седьмой, дабы сделать видеозапись, что я не включил поворот вовремя, да? Вы включили поворот? Так точно. Включили, и у меня тоже есть видеозапись заднего регистратора. Хорошо. Ваш товарищ? Он? Да. Да нет. Ну, назвал вас по имени, я думаю, ваш товарищ. Вы считаете, что если человек назвал меня по имени, мой товарищ? Ну, я думаю, кто-нибудь вас знает. А вы не знаете меня? Ну, что ж. Ну, я, честно говоря, первый раз вижу такую процедуру, что постановление... Административные материалы выносятся без водителя, вы его отпустили. Человек никак не шел на контакт. А? Он никак не шел на контакт. Говорит, ребята, фотографируйте, я уеду. Ребят, ну вы не должны его отпускать, вы понимаете? Что значит я поехал? Я тогда на приус залезу и буду ногами прыгать. Можно? Вы описываете постановление ему, ознакомитесь с постановлением. Не хочет расписываться, после этого он едет. Но составление административных материалов должно проходить при человеке, на который они составляются. Административные материалы не выносятся на человека без его присутствия. Это нонсенс законодательный. Вот просили остаться человек. Ребят, вы полиция или кто? Ну что значит просили? Ну как это просили? Ну вы даете распоряжение. Ладно. Хорошей вам службы, конечно. Я с каждым разом удивляюсь, честно говоря, вашим действиям. Вы когда... Ну реально, когда человек прыгает на вас, матом орет, вы ничего не делаете. Когда человек поворот не показал, вы его донимаете. Если бы он прыгал, орал матом, будьте уверены, мы бы... Да? Вы видели ролик в интернете недавний, нет? С кем они? С полицией, в Николаеве. Сегодня вышел. Свежий, хороший ролик, очень поучительный о том, как полиция ведет себя, когда на нее орут матом. Ну, согласен. Есть сотрудники, которые, скажем так... Нет, это не один сотрудник, не два, не пять, не семь. Это вот, пожалуйста, свежее происшествие. Три патруля полиции. Вот, возьмите. Вот, обратите внимание, сколько полиции. Никто не крутит его, никто ничего не делает. Согласен, да, что сотрудники тут, конечно... Должны были применить физическую силу уже не один раз. Ну, как-то так.